Гудлифт. 120 на штангу, готовится Овечкина. Вес готов. На помост приглашается Овечкина Роза, готовится Яшин. Два к одному, Гудлифт. 140 на штангу. Спортсмены, не забываем вовремя заказывать вес для очередной попытки. Итак, вес готов. На помост приглашается Яшин Николай. Готовится Медведева. Гудлифт. 210 килограммов устанавливают на штангу для Медведевой Юлии. Вес готов, на штанге 210 килограммов. Медведева Юлия, готовится Кровиков. К сожалению, ноу-лифт. К этому же весу на помост приглашается Кровиков Александр. Готовится Семенцов. Гудлифт. 220 на штангу. Вес готов. Семенцов Илья, готовится Павлюк. Гудлифт. К этому же весу на помост приглашается Павлюк Вадим. Готовится Судаков.
будет лифт. 250 на штангу готовится Судаков. Итак, на штанге 250 килограммов, и на помост приглашается Судаков Павел. Готовится Макогонов. Гудлифт. Вес тот же, немножко поправим блины. И на помост приглашается Макогонов Виталий. Готовится Абасов. Гудлифт, тот же вес, на помост приглашается Абасов Алисаман, готовится Пастухов. Гудлифт 270. На штанге 270. На помост приглашается Пастухов Олег. Готовится Веселова. Гудлифт. И у нас начинаются вторые попытки. 100 килограммов устанавливают на штангу. Готовится Веселова. Вес готов, на штанге 100, на помост приглашается Веселова Светлана, готовится Овечкина. Гудлифт. 130 на штангу.
Лес готов, Овечкина роза, готовится Яшин. Гудлифт. 160. Вес готов. На помост приглашается Яшин Николай. Готовится Медведева. Гудлифт. 210 на штангу. На штанге 210. На помост приглашается Медведева Юлия. Вес готов. На помост приглашается Семенцов Илья. Готовится Павлюк. Гудлифт. К этому же весу на помост приглашается Павлюк Вадим, готовится Кровиков. Гудлифт, и это новый рекорд России в становой тяге и, по-моему, даже в сумме. .250 устанавливают на штангу, готовится Кровиков. Вес готов. На помост приглашается Кровиков Александр. Готовится Макогонов. Гудлифт. 260.
вес готов. Макогонов Виталий, готовится Абасов. Гудлифт. К этому же весу на помост приглашается Абасов Алисаман. Готовится Судаков. Гудлифт. 275. Вес готов. Судаков Павел. Готовится Пастухов. Гудлифт. 275. Вес готов. На помост приглашается Пастухов Олег. Готовится Веселова. Гудлифт. И у нас начинаются третьи попытки. 110 килограммов устанавливают на штангу. Вес готов, на штанге 110, и мы начинаем. На помост приглашается Веселова Светлана. Готовится Овечкина. Гудлифт. 135. Вес готов. На помост приглашается Овечкина Роза. Готовится Яшин.
дедлифт 180 на штангу. Вес готов. На помост приглашается Яша Николай. Готовится Семенцов. Гудлифт 250. Вес готов. На помост приглашается Семенцов Илья. Готовится Макогонов. Совсем немного не хватило спортсмену. Закончил он с результатом 235 килограммов. 265 устанавливает на штангу. Готовится Макогонов. Итак, на штанге 265, на помост приглашается Макогонов Виталий, готовится Кровиков. Гудлифт. 270 на штангу. Вес готов. На помост приглашается Кровиков Александр. Готовится Абасов. Лифт закончил спортсмен с результатом 250. Вес готов. На помост приглашается Абасов Али Саман. Готовится Пастухов. К сожалению, ноу-лифт закончил спортсмен с результатом 260 килограммов. А на штангу устанавливают 290 для Пастухова Олега.
вес готов. На помост приглашается Пастухов Олег, готовится Судаков. Лифт закончил спортсмен с результатом 280, и на штангу устанавливают 300 килограммов. Готовится Судаков Павел. Итак, вес готов. На помост приглашается Судаков Павел. Совсем немного не хватило спортсмену. No lift. И на этом у нас все. Остался последний поток тяги. И через 5 минут он и начнется.